Ну, Васи, Васи, но. Сегодня на море очень... Say hi! Hi! Разговорчу. Сегодня на море очень холодно. Еда. Я открыла видео, где девушка занимается по зарядке, и она длится 5 минут зарядка. Она как бы считается утренняя. Но она ее так быстро делает, пипец просто. Где она такие зарядки, если чуть не сдохла? Такие упражнения. Надо прыгать, бегать. Дома еще, блин, все спят. Как я буду тут прыгать и бегать? Если у нее такая зарядка, какая у нее вообще тренировка? I prefer to get this conversation out of the way. I know we're only 2 weeks in, but I got some things about me and they ain't gonna change. Так, всем доброе утро. Хотелось бы сказать, что сегодня и последние дня 4 я встаю очень поздно. И дело в том, что у меня кошмары, ночные кошмары. Я не знаю почему, от чего, просто вот как мы сюда приехали, у меня кошмары, и я до 3 часов не сплю. Думала, сяду пониже, свет будет. Будет нормально. Я на самом деле думала, что вот, мы когда приедем в Казахстан, в Актау, я буду наоборот хорошо спать, потому что тут же моя кровать. Вот, но получается, мы приехали, а ничего не изменилось, вернее, даже хуже стало, я просто просыпаюсь посреди ночи и не могу уснуть. You should probably see I'm not the girl who puts on a face, won't fix my hair before you're awake. I'm not the girl waiting for your call. I don't play it cool, so baby, I prefer to get this conversation out of the way. У нас раньше вот тут перегораживали, и вон там в центре был парад и все такое. Вот тут стояли всякие магазинчики, а сейчас ничего нет, потому что отменили. Is it gonna scare you off, or will it make you stay?
get this right, baby. Yeah, I'd like to get these formalities out of the way, 'cause I refuse to filter my colors. I like you so much, gonna give the actor, I'm showing you the rough cut. Ник успеха. Это шутка. Я уже стою обутая, одетая. Иди на... А Ника до сих пор. Мне просто... А вдруг я Егора Крида встречу? Вон родители стоят. Все, Ника почти готова. Отстаньте все. Где маска? Попросила маску положить. Помаши, мам. Отлично. Не так много материала, как обычно, и поэтому я решила еще показать вам понедельник. Равномерно нанести на сухие волосы и обратно на вечеринку. Ты на жидкий, но на мокрый. Go. Как я режу, ночь красиво получится. В общем, пожалуй, этот чудесный влог подойдет к концу, потому что уже вечер. Вот, мы никуда не идем, остаемся дома, будем смотреть фильм, и я буду монтировать видео.